приехал. Спасибо. Неожиданный приезд, да, получился? Да, честно говоря, неожиданно было. Вчера вечером Виктор Савельевич написал, спросил, на связи ли я. Они набрали по телефону, сидели вместе с Валерием Георгиевичем, с Николаевичем. Ну и узнали, готов ли я, где я. И сказали, что принимают решение. В течение получаса они решат этот вопрос и уже дадут знать, как попаду я в окончательный список или нет. И потом перезвонили через 20 минут и уже объявили, что завтра надо прибыть в Новогорск на сбор команды. Скажи честно, пульс немножко подскочил, нет? Когда увидел, позвонил? Да, ну, я когда увидел смс-ку, ну, сразу понял, как бы догадки были, что ну, не просто так. И, конечно, была улыбка на лице и внутри, конечно, я очень рад. С марта тебя здесь не было, есть такая ностальгия, соскучился по сборной? Конечно, соскучился, и за сборную это всегда честь, и это только положительные эмоции, и хочется доказать и проявить себя как можно лучше. В какой форме находишься? Объективно. Это, конечно, не объективно, да, сейчас выясняется. Но набираю форму, это и физическую, и игровую, и поэтому я считаю, что в хорошей форме надо доказывать на поле в каждой игре и с оптимизмом смотрю на будущее.